Покажите этот. Кто там, Райф? Кто там? Посторонние, чужие завелись. Понеслось. Все. Огороду кирдык. Почуял чужого зверя. Каких-то грызунов рыжий нам сейчас накопает. Засыпет нам весь огород, весь аквапарк землей. Нет, ну как он аккуратно, он не трогает аквапарк-то. Молодец, рыжий, молодец. Ты у нас ласку два раза с огорода прогонял. Крыс давил, уже и давил. Птичек ты не трогаешь, кроме ворон. Да? Воробушков не трогаешь, синичек не трогаешь, только ворон и сорок. Так, полетела земля в пруд. Ну ладно, отстроим заново, лишь бы ты прогнал с огорода непрошенных гостей. Давай, давай. Так, хвост уже в воде. Хвост. Сейчас еще в меня земля полетит, я чувствую. Ух ты, рычать начал. Давай, давай, Райф, давай, 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 делай свое дело. Давай, 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 гони. Ну, с рыком, с рыком. Давай, рыженьки, давай. Ищи, ищи, кто там? Ищи, ищи. Так, землю зубами вырывает. Же ты все-таки у нас охотник, а? Ты прям у нас молодец. Я чувствую, от огорода, конечно, ничего же. Ух ты! Ух ты, детишкин ты кот! Это ж ведь надо такие зубы иметь, чтобы с корнями выдирать из земли растения. И ведь не цветы какие-нибудь, а дикий виноград, который тут растет. У него корешки-то не слабые. Подарок. Клад. Клад. Давай, давай, ищи, ищи, ищи. Все, моя корзина, сплетенная из сосновых корешков, полетела в сторону. Ну да бог с ней. Наташ, убирай горшочки маленькие. Сейчас все полетит у тебя. Убирай вот эти горшки. Капусту, капусту, да, убирай. Он туда роет. Капусту.
Ничего, ничего. Пусть роет. Шифер надо сейчас убрать будет. Пропала вся моя красота. Да ладно, сделаем. Пусть найдет, кого ищет. Или прогонит. Тут еще одна моя корзинка стоит, плетеная из вишни. Ой, из сосновых кормов. Так, поможем Райфу. Все равно он все это раздербанит. Корзину будешь спасать? Это лен, да? Нет, я уже не знаю, там уже все. Нет, а корзинка-то пока живая. Она без дна. А, ну понятно. С лопатой надо взять ее вот так. С лопатой. Бери лопату. Тащи, Егоровна, лопату. Сейчас